Вот, Ярослав, твой любимый мультик. У маленького Ярослава появились любимцы – карамелька, коржик и компот. Ребенок радостный, спокойно сидит и смотрит телевизор. Для мамы настоящее счастье. Раньше об этом можно было только мечтать. У мальчика с рождения ДЦП, тугоухость, патология кишечника. Слуховые аппараты помогли услышать мир. Благодаря неравнодушным нижнекамцам удалось пройти курсы массажа и реабилитации. Мы сейчас вот съездили недавно на Бобот в Тольятти. Он там начал лучше держать голову, сидеть с поддержкой. У нас раскрылись ручки. Раньше у нас вот так вот они сжаты в кулачки были. И когда вот он расслабленный лежит, допустим, мультики смотрит, он уже начал руку к рту подносить, даже с игрушкой. Ярослав теперь так любит играть, но все делает вместе с мамой. Мальчик до сих пор не держит голову, постоянно на руках. Елена только на пару минут может оставить его одного. Сложнее всего на улице. Гулять надо долго, сил иногда не хватает. Спасение – специальная коляска, но она стоит 367 тысяч рублей. Сумма для семьи нереальная. 16 апреля Ярославу исполнится 2 года, и мы с вами можем сделать для него долгожданный подарок. На ваших экранах указаны реквизиты, куда можно перечислить свою помощь. Алсу Арсланова, Фахри Исламов, новости НТР.